Дорогие друзья, мы находимся в одном из лучших спортивных заведений нашей республики, Республики Мордовия, детско-юношеская спортивная школа Лямберского района. Дети этой школы уже на протяжении 10 лет в смотрах конкурсах спортивных занимают исключительно первые места. Но это значит, что здесь самые сильные, самые крепкие, самые выносливые, самые здоровые детки. Это правильно? Ну вот замечательно. Вот сейчас замечательный педагог Татьяна Александровна нам покажет своих выдающихся деток, что они умеют сделать. А мы будем аплодировать. Татьяна Александровна Хлебунова. Аплодисменты ей! О, браво, молодцы. Следующий. Так, в бой вступают пацаны. Браво. Вот молодец какой. Браво, браво, молодец. Гибкость. Какая гибкость. Браво, молодец. Ну, талантливых педагогов не могут быть других деток. Итак, Татьяна Александровна. Браво! 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 Лямберская ДЮС! Директор, где он здесь? Директор спрятался. И вам спасибо огромное. Замечательная школа, замечательные дети. Спасибо вам за праздник спорта, который вы показали нам сегодня на YouTube-канале «Известия Мордовия». Спасибо вам, что вы приехали, что посмотрели.